А вы в курсе, что происходит? Да. Я не знаю, кого ругать, кого винить в этом деле. Но это, конечно, беспредел. Вот я живу здесь, вот в черном квартале, я всегда как на этом проходной бочке. Черный квартал — это как? Вот это наше безудобство, вот в этом квартале живу. Не, а почему черный? Так прозвали. Страх берет. Я боюсь, я элементарно боюсь. За все боюсь. И за своих детей боюсь, и не знаю, что нас ждет. Это все из-за нерусских. Все из-за приезжих? Да. Но они вроде ведь уже давно в районе-то живут. Больше стало. Пилорамы свои у них. Их больше стало просто. Больше. Муси, что были с дагестанцами какие-то отношения напряженные? Ну, не знаю, в интернете не была, а там говорят очень много. Написано так вот, по слухам. Сегодня лично все об этом вот и говорят. Последнее событие. Бар сгорел. Дагестанцы на свинарнике живут. Милиция и куча. Как бы вот это. Там свинарник бывший, да? Да. Вот, где-то говорят, еще едут черные, так называемые. Милиция не пускает. Ну, в общем, непонятно, то ли это разговоры просто были, правда. Как жители относятся к происходящему? Если сможете сказать.